Уникальное чучело высотой 6 метров в ближайшие дни установят на площадке общегородской масленицы. В этом году это парк Черное озеро. Сегодня там начали готовить праздничную площадку. В Казань специально привезут сотни килограммов соломы и десятки метров хлопка. К монтажу конструкции приступят в среду. Организаторы планируют возвести ледяную крепость, горки и фигуры из снега. Площадки 16 марта в 12 часов будет начало праздника. У нас здесь будут собаки северные ездовые, потом дрессированные собаки. На площадке будет выступать, на большой сцене будет выступать центр русского фольклора. Будут всякие зимние забавы, всякие канаты и так далее.